Четная горловина станции Сорочий Брод, участок Киев-Астов. Прошла информация, что в 2022 году станцию хотят разобрать и превратить в перегон Фастов-Мотовиловка. Так как станция уже давно не функционирует, как обгон и тому подобное. И находится в поле, то есть особо эффекта от нее, думать не будет. Обзор вот там. У нас дежурка будет дальше и нечетная горловина вон там. Где-то дежурка вон там. Тут еще памятник железнодорожникам есть небольшой, которые там во Второй мировой участвовали. Так называемая четная горловина станции Сорочий Брод. Шестая стрелка. Вот даже это на закладка и навесной замок. И обкатка явно давно была. Ну и восьмая. Даже курбельная заслонка отпущена. Так же самое. Закладка, навесной замок. Нового образца. Привод. Тут есть у нас. Ну вот сам пост ЭЦ, станция Сорочий Брод. Это в сторону Киева. Вот сейчас чуть-чуть зума дам. Горловина будет обзор. И в сторону Фастова. Там Непутейская будка и платформа. Наката 0. Такой. Может, последние фотки Сорочьего Брода. Вон туалет. Еще что-то там, наверное. Два туалета. И. А, путейская, наверное, будка. С материалами. Тут релейная, батарейный шкаф. Один, второй. Радиостанция, антенны, службовой проход. Вот так сюда выходили дежурные раньше. Вот такая история более-менее обгоночного станции. Мы поедем в ту горловину. Вот четные выходные светофоры, нечетные горловины станции Сорочий Брод. Ну, тут наката 0. Вот туда Фастов. Вот туда Киев. Тут небольшой накат есть. Наверное, служебные машины приезжают для проверки устройств и смазанные рельсы. Эти болты, крепления. Вот там еще две стрелки. Сейчас мы их увидим, подъедем ближе. Четная стрелочная горловина станции Сорочий Брод. М1, М3. Как-то он приустал, как говорит Кличко. А там нечетный входной направление на Киев. А мы посмотрим стрелки. Стрелка номер 1 ввела на второй главный съезд. Закладка навесной замок. Ничего нового. Наката вообще ноль. А ну ж специалисты, что это такое путейское под рельсами творится? И мешает движению, ограничения иногда дают. Стрелка номер 3. По второму главному направлению на Киев. То же самое. Закладка навесной замок. И, наверное, 5-я. Дальше вот там 7-я на третий путь. Вон там дальше ведет. Тут у нас новый привод. Тоже все закручено. И вон там. Мегастроение возле накладки. Наверное, чтобы лучше держалось. Наката вообще мало-мало. Все. Следующий входной. Нечетный.
желто-зеленый. Это нечетные входные. Вот там стрелки. Вот там вишняки, Киев. Электричка едет навстречу. Что? Уже по зеленому.